Когда ушли Адам и Ева, Эдем небесный опустел, срубили яблоневое дерево, и яблоки никто не ел. И он сбежал по их следам, змей тот, что Еву искусил, скрывался в тени по горам, за первыми людьми следил. Растил он яблони в садах, прелещавших зеленью своей, в попытке снова соблазнять напуганных Господом людей. И долго помнил человек о прародительских грехах, и не единый канул век, прежде чем в своих садах растить он начал сладкий плод, полезный свойствами живыми. И день, и ночь молился Богу, борясь с соблазнами больными. Но хитрый змей всегда был рядом. Он понял, будет сложно впредь банальным сладким яблоком душой и сердцем овладеть. Однако все же удавалось засесть червем в умах людей, и челядь, и правители сдавались зову низменных страстей. Но через 10 000 лет река греха прорыла русло, искушений больше, не искусство. Человек безбожно грешен, человек не видит свет. И змеям стало скучно, а как иначе, погляди! Ты хочешь счастья? Отдай душу. Тот змей радостно: бери. Так в этом нет азарта, и яблоко не нужно никому. Вы слышали? Упала карта. Змей видит новую игру. Создал империю желаний, войдя в умы талантливых юнцов. На каждой продукции этой компании вы сами догадайтесь, что. Смотрите, вот он, блестящий плод соблазна. А шутка его в том, что надкусанный уже притягательно опасный. Вот люди тратят последние гроши, как моль на пламя прыгают в долги, работают без устали, забыв о неудобствах. Их тысячи стоят в прозрачный магазин, как показатель могущественного роста. Он главный гений индустрии, он сделает из вас рабов, без цепей, без тирании. Но ваших маленьких устройств он фруктом починил всю вашу волю. Он в вас пустил неразрывные нити. Аве! Яблоко. Яблочное дерево контроля. Аве! Тебе, искуситель. Спасибо.